Аньянас и Йойрабон, салем дестар, всем привет. Продолжаются мои заявки. Точнее, ваши заявки, мои реакции. Я заговорюсь, как обычно. Все стандартно. Можно уже привыкнуть к моим заговорам. Заговорам. Короче, заказали мне еще одну песню. Айкерим Калаубаева. Калаубаева. Озгеремин. Озгеремин. Погнали, раз, два, три. Микрофон. Субтитров, как обычно, нет. Расскажите, о чем поет и как называется песня. Жаным, душа. Я думала, она в кожаной одежде, а тут какая-то балоневая, что ли, она. Микрофонов. Голос красивый очень. Точка. Все, что я понимаю. Какая она светится. Танцует, кстати, очень прикольно она. Локация, видимо, не изменится, то есть будет она в этом мини-зале с микрофонами танцевать и петь. Что-то типа ее личной студии, да? Где звук будет звучать в 1000 раз круче. Касымда, что это? Потому что есть песня Касымда, бол, бол, бол. Песня красивая, голос классный у нее. Так, стоять, подождите. Очень быстро закончилось, я даже как-то не успела сообразить. Так, мне вот это вот не нужно, товарищи. У меня теперь у меня пойдут заявки, которые были до этого. То есть это самый свежачок, который я, в принципе, нашла. А мы пойдем сейчас смотреть более ранние заявки. Спасибо огромное всем за просмотр вместе со мной и за то, что заказываете, и за то, что смотрите. Всем пока!